Привет! Всем привет! Я Привет, Чин! я София. Папа, что сегодня будем учить? А сегодня мы будем учиться. Давай играть в пинг-понг! Ты знаешь, что такое пинг-понг? Нет. Настольный теннис. А. Тинк-так, тинк-так, ну, который китайцы очень любят играть, но папа не нравится. Да, я не нравится этой игре. Ты играешь, умеешь? Я не играла. Да, надо как-то попробовать. Может, тебе понравится. Ты Не не знаю. видел ни разу? Я видела, у нас в школе есть. А, надо попробовать, София. Ну что, давай сначала познакомимся наше новое слово, София, да? Первое слово. Лай. 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 Знаешь, что такое лай? Приходить. Да, молодец. А еще значит давай. Давай. Да. Следующее слово. Пинг-панг-чоу. 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 Знаешь, что такое пинг-панг-чоу? Настольный теннис. О, молодец, молодец, хорошо. Юмао-чоу.羽毛球。Юмао-чоу.羽毛球。А знаешь, что такое юмао-чоу? Баскетбол. Бадминтон. Под... Знаешь, у нас дома тоже есть. Бадминтон. Да, который наш, вот это сзади есть. А, да, поняла. Да, мы играем, да? Следующее. Цучоу. Цучо. Цучоу. Цучо. А это что значит? Футбол. О, молодец. Наверное, тебе не нравится футбол, да? Нет. Щёси. Шеси. Щёси. Шеси. Что значит щёси? Заниматься Учиться. и учиться. Дальше. Шуфа. 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 А это Шуфа. Не знаю. каллиграфия, которую я Каллиграфия. каждый день пишу и каждый день, видишь, видео, да, снимаю. Это каллиграфия. Каллиграфия, хорошо, каллиграфия. Без «н». Хорошо, хорошо. Ну что, все, видишь, сегодня мало слова, да? Давай еще раз прочитай и делай предложение, хорошо? Первое слово «лай». Лай. Лай, Лай. пинг-панг-чоу, Пинг-панг-чоу. пинг-панг-чоу, Пинг-панг-чоу. 羽毛球, 羽毛球。羽毛球, 羽毛球。足球, 足球，足球, 足球，学习, 学习，学习, 学习，书法, 书法，书法。书法，Хорошо, не перейдите к предложению.我会打乒乓球。Что значит? Я умею играть в настольный теннис. Хорошо, а ты пропустили лай? Лай. Та лай дао джер. 很好，很好，马来西亚。Он дошел до этого. Или можно сказать, 来吧，玩乒乓球，давай играть пинг-понг，да？Следующее，羽毛球。羽毛球，我们一起玩羽毛球吧。很好，很好。那，Давай вместе поиграем в бадминтон. 很好。следующее，足球。足球。Я люблю играть, не на китайский сначала。我喜欢玩足球。很好。Я люблю играть в футбол. Следующее.
我很喜欢学习。Правда? Да. Ну, переводи. Мне очень нравится учиться. Хэ-хэ, хэ-хэ. Следующий шуфа. Шуфа.中国的书法很难。很难吗？китайская каллиграфия очень сложная. Вообще, смотри, для кого. Ладно, все, новое слово закончено. Теперь познакомимся с нашей новой фразой сегодня, да? Давай бери фразу. Лай да пинг-понг чоу ба. 来打乒乓球吧。Что значит лай да пинг-понг чоу ба? давай поиграем в теннис, настольный теннис. Хорошо. Следующее. Во бухуй да пинг-понг чоу. Я не умею играть в теннис, настольный теннис. Повторите, пожалуйста. 我不会打乒乓球。很好。我们去打羽毛球。我们去打羽毛球，идем играть。Мы идем играть. мы идем играть в бадминтон。很好。И последнее. 你们踢不踢足球？你们踢不踢足球？что значит？будете ли вы играть в футбол? Вот сейчас ти сам по себе это на ногами ударите что-то. Вот здесь это значит играть в футбол, потому что футбол ногами играть, это же не руками. Поэтому используйте ти. Понимаешь? Видишь, сегодня у нас короткий урок. Мало слова и мало фразу. Давай в конце урока мы еще раз повторим, что мы сегодня учили. И слово, и предложение. Да? Новую фразу. Только сразу читать и перевод. Читать и перевод. Хорошо? Все, начинаем. Лай, прийти. Пинг-понг-чоу, настольный теннис,羽毛球, бадминтон, цучоу, футбол, шуфа,学习。学习，учиться, шуфа, каллиграфия. 很好，但是，фразу。来打。来打乒乓球吧，давай поиграем в настольный теннис。很好。我不会打乒乓球，я не умею играть в настольный теннис。我们去打羽毛球，мы идем играть в бадминтон。你们踢不踢足球Вы будете играть в футбол? Молодец, София, сегодня. Хорошо. Ну что, тебе осталось 12? Было бы славно. Хорошо, я думаю, что видео поставили 12. А, тебе осталось еще 12 плюс. Войдет. Ладно, вы одинаково 12. Ну что, видишь, слова немного, фразу немного. Я думаю, что это не сложно выучиться, да? Все, у нашего урока заканчивается. А не забывай, София, что надо сказать. Затем, Нет. Да. подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Спасибо. Сеси. Затем. Затем.